Губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги работы муниципалитетов региона в 2020 году. Успехи муниципальных образований оценивались на основании показателей ключевого рейтинга 50. Лидерами в 2020 году стали городские округа Химки, Истра и Одинцовский. Главными критериями считаются уровень доверия к власти со стороны населения, экономические показатели, качество оказания государственных и муниципальных услуг, эффективность управления и качество жизни.